Магера, огромный похожий на пингвина боевой мех, первый кодзю-робот, был натравлен на землю вымирающей расы пришельцев, стреляет глазами-пушками, способен передвигаться под землей, может переносить высокую температуру и не реагирует на удары электрическими разрядами, управляется дистанционно. Магера сначала появилась в независимом фильме «Мистериане», который не имел никакого отношения к франшизе о Годзилле, но этот робот позже появился в числе врагов Годзиллы в двух компьютерных играх. Сильно интерпретированный вариант Магеры фигурирует в фильме «Годзилла против Космогодзиллы». Здесь название меха представляет собой аббревиатуру Могуэра – мобильный операционный Годзилла-подобный универсальный экспертный робот аэротипный. За вычетом одинаковых названий и небольшого внешнего сходства у этих персонажей практически нет ничего общего. Хейсеевский робот был сконструирован людьми, он управляется изнутри тремя пилотами и может летать, в том числе и в космическом пространстве. Также у него более совершенное вооружение. Эта новая Магера может разделяться на две самостоятельных боевых машины, летающий звездный сокол и способная к передвижению в грунте земная Магера. В сражении с Космогодзиллой Магера была уничтожена. Размеры. В росте 50 метров в периоде Сёва, 120 метров в периоде Хейсей. Вес 50 тысяч тонн в периоде Сёва, 160 тысяч тонн в периоде Хейсей. Фильмы. Период Сёва, Мистериане, 1957 год. Период Хейсей, Годзилла против космического Годзиллы, 1994 год. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал или вступите в группу канала, ссылка будет в описании. Там вы сможете узнавать о выходе новых видео. Поддержите проект.